В период самоизоляции у химчан вырос интерес к проблемам ЖКХ. Количество обращений в единую дежурную службу вырос почти на треть. ЕДС – это сервис, с помощью которого можно заявить о проблеме и проконтролировать ее исполнение. За последние две недели жители зарегистрировали более 600 новых заявок. Большинство жалоб касается дезинфекции подъездов – проблема, которая актуальна сейчас как никогда. За исполнением заявок управляющими организациями следят сотрудники областной госжилинспекции и сами жители, которые отмечают выполненные работы в системе. Всего за этот период коммунальщики отработали почти 8 сотен заявок.